Стоп. Так, можно. Можно. Изначально я человек, который любит спорт. Я занималась спортивной гимнастикой, различными стрельбами. Сейчас, ну, даже где-то года два назад я попала в шоу «Баяни», которое это шоу на ходулях. Это, то есть я народница в красивом народном костюме, исполняю народные песни и хожу на ходулях. А потом, конечно, я узнала о том, что есть женский футбол, в котором играются девушки именно творческих натур, то есть творческих профессий. Вот, туда нужны певицы, модели различные, телеведущие, но так как я пою с 5 лет, певица, наверное, без проблем я прошла кастинг, а так как я люблю футбол и всегда играла в футбол, правда, мальчики не брали в команду, но теперь моя мечта сбылась, и я в футболе. Так, это замечательно. Так, а как называется твой сценический коллектив, в котором ты работаешь? Именно коллектив на ходулях называется шоу «Баяни». Вот. Ну, а моя команда, конечно, основной инстинкт – «Юзибокс». Катя, Екатерина, вы нас как-то пригласите вот на концерт вашего коллектива, на репетицию, чтобы снять тебя на ходулях? С удовольствием приглашу. Ближайший концерт у меня 25 числа, но, к сожалению, он в Подмосковье. Вот, поэтому сложнее будет туда там добираться. Бывает, конечно, в Москве, вот как только будет в Москве, обязательно приглашу. Ну, это прекрасно, это будет украшением фильма, я вас смею вас уверить. Спасибо. Я вас благодарю за первые съемки вечера, я надеюсь, не последние съемки вечера. Съемки несколько экспромтные, но в этом экспромте есть тоже своя прелесть. Большое спасибо. Да, спасибо. Всего доброго. Ждем вечера. Ждем ваших выступлений сегодня. Обязательно спою.